В феврале 2022-го любимая газета жителей Ленинского городского округа отмечает очередной солидный день рождения. На протяжении 91 года несколько поколений наших земляков узнают обо всех главных событиях именно от местных журналистов. С 96 года я работаю с удовольствием. Разные периоды газеты пережили. Всегда было интересно. Было легко, тяжело, весело, но всегда было очень интересно. Я работаю здесь всего третий год, но мне кажется, вот настолько насыщено событиями вот этот период был, что есть ощущение, что я не жила по-другому. Я не хочу по-другому жить. Мне здесь все нравится. Видновские вести постоянно радуют читателей профессиональной подачей материала и привлекают внимание интересным оформлением статей. Специалисты компьютерной верстки первыми узнают, как будет выглядеть свежая газета. После того, как написаны все материалы, сделаны все фото, это как последний этап в редакции. Дальше отправляется газета в типографию. Интереснее всего, наверное, новогодние номера делать. Потому что там и всю газету украшается каком-то в определенном стиле. Несмотря на плотный рабочий график и сдачу очередного номера, сотрудники газеты с удовольствием приняли участие в очередном выпуске проекта «Стихи живут повсюду». Ты растерялся бы, мой друг, когда на много лет впервые мир остался вдруг однажды без газет. Ты в них привык добра и зла распознавать следы. Как в мире обстоят дела, и нет ли где беды? Как в закрома зерно течет, как плавится металл. И про хоккей, и про кино ты обо всем читал. Чем заняты твои друзья? Что сочинил поэт? Выходит так, что жить нельзя на свете без газет. Сейчас тираж видновских вестей свыше 50 тысяч экземпляров. По вторникам и пятницам свежую газету ждут во многих семьях. Потому что новости своего округа и рассказ о том, каких успехов добились земляки, можно найти только в этом издании. Историко-культурный центр желает видновским вестям всяческого процветания, здоровья, сил, оптимизма и подольше сохранять вот этот, не боевой дух, а вот этот рабочий ритм. Уже запланирована запись нового 33-го выпуска проекта «Стихи живут повсюду». В начале марта коллектив телеканала «Видное ТВ» прочитает весенние поэтические строки. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. «Видное ТВ».